С 1 января следующего года граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут получать надбавки к пенсии. Причем коснется это не только тех, кто продолжает проживать в сельской местности, но и тех, кто переехал в город. Правила закреплены в постановлении правительства в рамках федерального закона, который приняли в мае этого года. Доплаты к страховым пенсиям за длительный сельский стаж начались в 2019 году. Получать их могут представители более 500 профессий, в том числе агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринарные врачи, технологи, геодезисты, механизаторы, инженеры, шоферы, энергетики. Главное, чтобы местом работы было сельскохозяйственное предприятие. Однако сейчас сельские надбавки не распространяются на пенсионеров, которые покинули сельскую местность, например, переехали в город к родственникам. На эту несправедливость обратил внимание президент России Владимир Путин в феврале этого года и поручил решить вопрос. Премьер Михаил Мишустин отметил, что люди становятся городскими жителями по разным причинам, и это не должно сказываться на выплатах, которые им предоставило государство.